Большое спасибо, Раф. Раф, что это за точка, когда желание получать ради получения чувствует, что хочет отдавать? Когда происходит этот процесс? И мы видим, что во всем мире, но очень малочисленные, у которых есть это стремление, желание попросить и преобразовать природу. Откуда этот процесс берется? Говорят, что это сделано светом, возвращающим к источнику. Это высшая сила, называемая свет, которая воздействует на нас, и тогда мы получаем в результате этой отдачи, в результате этого воздействия желание получать, отдавать. То, что во всей группе, во всем мировом кли желают отдавать, это пробудились в той точке в сердце, это начало? Да, так мы думаем.